Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. І зараз до нашого ефіру вже чекає і долучається Сергій Жирнов, екс-співробітник АДБ та Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. В минулому, пане Сергію, щиро вітаю, рада бачити. Слава Україні! Вітаю вас, Ірина, вітаю усіх наших глядачів. Героям слава! Неожиданно, но факт. Wall Street Journal говорит, Украина, скорее всего, готовится провести массированную атаку на Москву с помощью беспилотников. Полетят их десятки, полетят везде. А тем временем сами москвичи говорят, мы падаем в пропасть, и паникуют из-за атак беспилотников и массовых поджогов военкоматов, которые тоже вот таким квестом, шествием идут сейчас по территории Российской Федерации. Сейчас обо всем по порядку. А вот в Кремле думали как? Что не будет больше атаки беспилотников или что? Потому что, ну, снаряд два раза в одно место попадает, и так показывает практика, что они не подготовятся к этому. Ну, в Кремле вообще не готовится, не думает о будущем никогда. Кстати, это начиная с Путина. Путин никогда не смотрит вперед. Он всегда реагирует на ту проблему, которая возникает. То есть он, человек, который живет с сегодняшним днем. И все. И сегодня надо день прожить, а дальше рассосется. И это, кстати, заметно по всем его политическим решениям. Вот любое политическое решение никогда не продумано на неделю вперед, на год вперед. Там. Ну, они, конечно, говорят иногда, у них есть какие-то там программы государственные. Но, кстати, все государственные программы, которые были продуманы на 10, на 20 лет вперед, ни одна из них не выполнена. И ни одна из них не выполнялась никогда. Так что, ну что здесь удивляться? В общем, сейчас мы понимаем, что они затыкают дыры, потому что не хватает людей, не хватает техники, не хватает боеприпасов, не хватает специалистов. Вот, а уж тем более в Москве, потому что в Москве-то они воевать-то не умеют, те, кто сидят в Москве. Вот, и выяснилось, что нет у них никакой противоракетной обороны, нет никакой противовоздушной обороны. Причем это нет Советского Союза. Это выяснилось в 1987 году. Вот люди постарше помнят Матиаса Руста, который приземлился чуть не на Красной площади, на Васильевском спуске. Да, но вот тогда, кстати, Горбачев уволил министра обороны и начальника ПВО страны. А Путин вообще никого и не увольняет. Вот, кстати, вспомните удары беспилотниками по Кремлю 3 мая этого года. И кого Путин уволил? И кого Путин наказал? Вот чтобы там что-то приняли, ведь надо наказать кого-то, да? Удары по Крымскому мосту. Кого Путин наказал? Где Путин наказал? Никогда не Путин никого не наказывает. Он, потому что он не может наказать. Ему бы и хотелось бы наказать. Он даже Пригожина не может наказать. Вот единственный, кто попал под раздачу, это Гиркин, потому что, в общем, он ничего из себя не представляет. Поэтому его и посадили. А все остальные, даже Пригожина Путин наказать не может. Никого не накажет, мы с вами неоднократно об этом говорили, и когда вот пишут разные аналитики, британская разведка, что, мол, вот такие атаки на Москву повлечет за собой изменения кадровой ротации или там непокору среди российского командования, я уже так скептически к таким, собственно говоря, результатам исследований отношусь. Да, конечно, скептически. Ну ладно, он переставляет одних генералов вместо других, да. Но генералы у него все такие, что, то есть, поставите, вот вспомните, значит, Мизинцева он поставил, значит, снял начальника тыла в сентябре прошлого года, поставил Мизинцева. Через 7 месяцев снимает Мизинцева. Потому что проблема-то не в том генерале, который будет там заниматься этим делом, а в том, что в России ничего не работает, никакого тыла нету, никакого производства нет, никаких снарядов нету. И вы поставьте туда хоть, я не знаю, хоть Господа Бога, и он тоже ничего не сделает. Вот, потому что в России все устроено таким образом. И поэтому Путин, кстати, никого не наказывает, потому что у него кадрового резерва ведь никакого нету. Он же все то, что было способного, все то, что было думающего, он все это выкашивает. Эта система, по-французски это называется «нивельмон пар ле ба». Это значит, когда подстригаются все верхние, все верхушечки, да, и равняются по низу. Таким образом, если такую кадровую политику проводить в течение десятилетий, то вокруг вас вообще не останется компетентных людей. Путин сам некомпетентный руководитель. Мы об этом, кстати, говорили в вашем эфире. Вот что он, даже когда его назначили президентом, это был уже не его уровень компетенции. Вот. Но там вокруг него еще какие-то люди умные были, там, или хитрые, там, типа Чубайса, Кудрина, там, еще кого-то, да, вот, Улюкаева. Потом Улюкаева того же самого
посадили. Вот, а кого, кто-то ушел, кто-то исчез, кто-то уехал за границу. Остались за 23 года Путина, выкосили все более-менее профессиональное. Вот единственные там профессиональные люди остались еще у Путина в экономическом блоке, Набиуллина, в общем, сильный профессионал экономический. Ну и то, она вот по сообщениям из Москвы каждый день просится в отставку и говорит, все, надоело мне это дело, потому что затыкаем дыры, затыкаем дыры. А он же с них требует. Он говорит, вы должны быть волшебниками. А они говорят, ну какие волшебники? Это только в сказках об изумрудном городе. И то волшебник выяснил, что он никакой не волшебник, а на самом деле мошенник. Вот. Так что, в общем, Путин мошенник сам по себе. И вокруг него собрались мошенники. Вот. А когда мошенники собрались, то вот и вдруг реальная проблема. И выясняется, что огромная страна, которая должна была бы, по идее, быть там самой большой страной мира, самой богатой страной мира, самой процветающей страной мира, самой сильной страной мира, выясняется, что она вся разворована, ничего нету, армии нету, армия не умеет воевать, боеприпасов нету, техники нету, вооружений нету, никого нету, и Путина нету. В бункере либо двойники. И те уже тоже такие, конечно, сомнительного качества, мягко говоря. Сергей, какие-то просто целый, я не знаю, триллер, блокбастер, флешмоб, очень много можно подобрать слов и очень много конспирологических версий, что, кто, как за этим стоит, какие-то кураторы просто. Почти 28, почти три десятка военкоматов поджигают на территории Российской Федерации. А кто это так балуется и кто им заведует, как вы полагаете? Ну, эта история, конечно, сейчас она странная история, да, потому что там, в общем, похоже, что там есть какая-то мошенническая схема, но мошенническая схема, которая даже, вот говорят, ну вот она там из Украины, идут какие-то украинские спецслужбы, звонят бедным несчастным российским пенсионерам, разводят их и, значит, так толкают их, значит, на то, чтобы они бросали какие-то, значит, коктейли Молотова в военкоматы. Вот. А у меня ответ очень простой. Ну и что? Ну даже если это украинские спецслужбы на войне, как на войне, да, вот, значит, если можно развести российского пенсионера, так ради бога, Россия воюет с Украиной, то есть воюющая держава. И, значит, таким образом, граждане воюющей страны, когда бросают коктейли Молотова в военкоматы воюющей страны, это абсолютно законные военные цели. Mm-hmm. И даже если это делается, даже эта схема, если придумана, допустим, Кириллом Будановым, который, похоже, великий разведчик на самом деле, да, то есть он такой крутой мужик, который потроллить может выйти Путина, сказать, что Путин, а у тебя в соседнем кабинете наш агент сидит. Вот, и Путин, значит, берет пистолет золотой, бежит туда и говорит, кто здесь агент украинский. Ему говорят, да нет, мы ничего не знаем. Вот, в общем, вот такие истории. Но это все очень неприятно для России, да, потому что реальность есть, да, вот там два дня назад было 10 военкоматов, вчера было 20, сегодня уже 28. То есть проблемы-то есть, конечно, и они не знают, как с ней бороться, потому что, опять же, никаких профессионалов в российских спецслужбах тоже не осталось, их никого не осталось. Вот посмотрите, даже самые лучшие там Баширов, вот это сам, которого Путин посылал убивать скрипки, поля, и то они его не убили, да, и то там их засветились по всем камерам, стали посмешищем всего мира. Так что, ну чего мы ждать от страны, которая вырождается, и Путин 23 года сделал все, чтобы эта страна выродилась. Сергей, еще один вопрос. Я знаю, что, к сожалению, вынуждена вас отпускать, о чем я очень сожалею, но очень быстренько. Вот мы сейчас читаем очень много новостей о деяниях героических просто-таки вагнеровцев. Я сейчас с сарказмом это говорю, потому что они там друг друга обкрадывают, нападают на людей. Ну, впрочем, все то, что мы прогнозировали. Они вернули зэки с оружием на территорию Российской Федерации, и там свой промысел просто уже в обычных буднях как бы продолжают. Но вот еще такой случай, который я озвучивала, вы, наверное, слышали, о том, что в российской Уфе перекрывали шоссе из-за дезертира с гранатой, психически как будто бы нездорово. На самом деле это может один, два, три случая таких, но они ведь показательны. Вам они что демонстрируют? Они демонстрируют военный синдром. Это называется военный синдром. Он существует во всех странах. Это, кстати, вы знаете, не надо вам расслабляться тоже, потому что у вас он тоже будет. Но у вас он будет позже, чем у других, и у вас он будет по-другому, потому что у вас люди воюют для защиты своей территории, своей страны. И по этому поводу, конечно, все равно на психику война действует на психику всем. Это, наконец, кстати, везде поняли. Во всех западных армиях, теперь, когда люди возвращаются
с фронта, с ними занимаются психологи, с некоторыми занимаются психиатры, потому что человек не запрограммирован на то, чтобы убивать там десятками, сотнями своих, своих сородичей или даже врагов. Вот. И по этому поводу это нормально. Но в Российской Федерации они же воюют ни за что в чужой стране, и плюс к тому же нищая страна, абсолютно несправедливая страна, и когда эти люди с оружием и с опытом боев возвращаются в глубинку и в мирную жизнь, они не могут перестроиться, а с ними никто не работает. И больше того, там столько несправедливости, что у человека, который только что с фронта был, и у него же, ведь когда людей посылают на фронт, у них снимают запрет на убийство. А это очень страшно для общества. Вот, и они возвращаются в глубинку без этого запрета. И, соответственно, когда возникает малейшая проблема, они берутся за оружие и пытаются решить этот вопрос так, как они решали его на фронте. Сергей, спасибо вам от всей души. Извините, что немного подождали. Спасибо, что многое разъяснили. До новых встреч в эфирах, в интервью. Всегда вам рады. Всего доброго. Спасибо. Сергей Жирнов, друзі, екс-співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, був гостем нашого ефіру.